примерно все. Михаил Геннадьевич, а с налогами-то что там готовится? Какие у вас предположения? Ну, богатым повысит, бедным не понизит. Все, все прекрасно. При этом, по моим... Насколько богатым? 100 тысяч – это уже богатые? Как вот это вот анонсировано? Ну, то, что просачивалось, 5 миллионов в месяц. 5 миллионов в год, извините. Сейчас планка 5,5 миллионов, платим 15%. А так планка будет 5 миллионов, и будем платить непонятно сколько. Вот. Ну и максимальная планка будет 20%, что, в общем, если брать не с 5 миллионов, а, скажем, с 10 миллионов, вполне нормально, вполне спокойно. Опять-таки посмотрим, как все это будет выглядеть, потому что понятно, что как Минфин скажет, так оно и будет. Так Единая Россия проголосует. Вот. Вот интересно, я сегодня дал прогноз. Посмотрим, надо будет вернуться после формирования правительства, что я угадал, что я не угадал. Мы вам это не забудем, Михаил Геннадьевич. Понимаете, что прелесть? Это называется в отсутствии любой информации. Не потому, что там как бы нет знакомых, а потому, что вот понимаете, вот кроме шуток. В Америке существует ясность относительно президентских выборов. Будет или Трамп, или Кеннеди. Ну, если совсем всех изнасилуют и на глобус натянут, то будет Байден или там Мишель Обама. Но какая будет политика, совершенно понятно. Неважно, кто придет. А администрация у каждого из них примерно понятна. Для американистов, естественно, если они у нас в стране еще остались. Но для американцев понятно. А у нас президента избрали, а какая будет политика, бог его знает. Кто будет в правительстве, тот самый. Понимаете, вот это тот уровень неопределенности, который реально свидетельствует о демократии. Без комментариев, Михаил Геннадьевич. Смотрите, продолжая тему мигрантов, такое интересное наблюдение. В отличие от генпрокурора, который неделю назад объявил о небывалом на 75% росте преступлений, совершенных мигрантами, глава МВД Колокольцев на встрече с Путиным, на коллегии, где присутствовал президент, привел другие диаметрально противоположные данные. Количество убийств снизилось на 18%, краж на 14%, грабежи на 32%, разбоев на 32%. Это именно о мигрантах? Да. Ну, понимаете, это данные о регистрации преступлений полицейских. Просто полицейские перестали регистрировать разбой, совершенный мигрантами. Это можно трактовать так. Что они стали даже убийств меньше регистрировать. А с другой стороны, что значит убийство, совершенное мигрантом? Ну, убийство совершил человек определенной внешности. Откуда вы знаете, что он не гражданин Российской Федерации? А я не знаю. Отлично, мигрант вычеркивает. Все. У нас, понимаете, я, собственно, участвовал в разработке законопроекта и внес его о том, чтобы, значит, мигрантам запретить работать, в том числе на стройке. Просто запретить нахрен. И когда поднялся возмущенный вопль нахрен позолоченной орды, что вы творите, ироды, неужели нам платить заработную плату тем, кто работает на стройке, нормально? Простите, коллеги, вы уже сделали гражданами России такое количество выходцев из Средней Азии, всех этих трудолюбивых соотечественников. Если они действительно трудолюбивы, у вас не будет никаких проблем с занятостью на стройке. А если у вас будут проблемы, то значит они никакие не трудолюбивые по вашей же терминологии. Тогда вы что-то в словах у вас не так, господа. Вы где-то что-то путаете. Михаил Геннадьевич, а вот что касается такого жуткого расхождения цифр, как там, не знаю, что с этим делать с точки зрения госуправления? Счетная палата должна прийти, пересчитать правильно. Ведь генеральный прокурор заявил это в публичном пространстве, правильно? Правильно. И министр внутренних дел заявил это в публичном пространстве, правильно? То есть они оба правы. А президент обратил внимание на это противоречие в публичном пространстве? Если не обратил, значит, его все устраивает, значит, все в порядке. Это значит то же самое, что идет про выполнение майских указов. Майские указы выполняются, так они уже давно выполнены. Чего их выполнять? Как у нас бывший министр
промышленности, а ныне министр промышленности и вице-премьер сказал, а правда потом объяснили журналисты, как обычно все не так поняли, проблема импортозамещения решена, импорт закончился. Ну, говорят, что он этого не говорит. Может быть. Насчет прокуратуры еще одна история. У вас два ключевых ведомства живут в разных параллельных вселенных, то эти же вселенные они могут пересекаться только в нашей с вами жизни. Но это клиника какая-то. В их жизни они могут и не пересекаться. При этом я повторяю, что генеральный прокурор остается, причем остается, вот, кстати, министр юстиции может смениться теоретически, а генеральный прокурор остается до такой степени, что даже никто и не сомневается, что он остается. Он как бы вот при обсуждении любых раскладов, ну, что значит генеральный прокурор у нас есть, ребят, вы о чем? А вот министр внутренних дел может смениться совершенно легко. И, скорее всего, сменится. Так что вселенная господина Колокольцева дала трещину. А с другой стороны, это означает, что вообще фиолетово, что сейчас говорить. Вообще без разницы. Вот если бы я четко знал, что меня через 2 месяца с почетом проводят на пенсию, какая разница, в чем отчитываться? Я что, говорю, что у меня с 12 лет какие-то нерешенные проблемы? Да, кстите. Все хорошо, прекрасная маркиза. А если что нехорошо, то кто Минфин виноват? Продолжается история про пересмотр итогов приватизации. Очень многие обращают внимание на историю с акциями, снова вспоминают, хотя история, казалось бы, прошлая. История Соликамского магниевого завода. Даже те люди, которые вполне себе спокойно покупали, значит, акции на биржах легальными способами, прокуратура считает, что приватизация была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планируемом преобразовании завода в акционерное общество в госимущество. Это лишило правительства возможности утвердить материалы, поэтому все имущество перестало принадлежать России помимо ее воли. Поэтому, как бы вы акции не приобрели, вы их лишаетесь. Насколько, значит, эта практика может быть распространена? Это абсолютно безграмотный подход. Но это, в общем, вполне может быть распространено и дальше. Скажем, если бы я сейчас купил акции, если бы у меня сейчас были акции Макфы, купленные, так сказать, там, на бирже условно, я бы себя чувствовал очень неуютно. В чем разница между человеком, который покупает акции, чтобы поиграть на бирже, и владельцем значимого пакета этих акций? Человек, который покупает значимый пакет акций, чтобы участвовать в управлении, или даже поспекулировать, но значимым пакетом акций, он должен исходить из принципа проведения тщательной проверки. Он обязан проверить, что именно он покупает. Ну, грубо говоря, если я в подворотне покупаю у 2 бомжей телевизор в заводскую упаковку и плачу за этот телевизор честную рыночную цену, как в магазине, да, то это не освобождает меня от ответственности за скупку краденого. Потому что я не могу не понимать, что я покупаю краденое. Телевизор заводской упаковки у бомжей. Я обязан задать им вопрос: ребята, где вы это взяли? И покажите, пожалуйста, чек. Я это обязан. И я это могу сделать. Когда человек покупает акции на бирже для мелких спекуляций, у него нет этой возможности в принципе. Вообще. Для него свидетельством добросовестности этих акций, отчуждения этих акций от государства, является то, что они находятся в листинге биржи. Это фундаментальная разница. Мелкий спекулянт не может проверить все юридические нюансы. У него для этого априори нет возможности. Пусть даже не инвестор, а тоже спекулянт, но крупный, институциональный, у него для этого возможности есть. Поэтому, когда человек покупает акции краденого предприятия, как потом выясняется, да, принцип наказания за покупку
недобросовестного собственника. Может быть применен исключительно к тому, кто может осуществить эту проверку. В переводе на русский язык, на бытовой язык. Если у меня есть 1000 акций, которые составляют там 1.5%, и я не являюсь институциональным участником рынка, а просто являюсь богатым, как говорят, физиком, я добросовестный приобретатель, и государство должно мне компенсировать последствия, потому что государство признает биржу как место, где я все это барахло покупал. Если я институциональный инвестор, инвестиционный банк, инвестиционная компания, инвестиционный фонд, еще кто-то, даже если у меня есть 1 акция, эта акция сгорела, потому что я имел возможность и был обязан проверить, что я покупаю. Кто должен платить акции, кто должен возмещать убыток акции мне, физлицу? Биржа, которая проводила процедуру листинга формально. Росимущество, которое 20 лет закрывало глаза на преступления, так что прокуратуре пришлось ей открывать. Бюджет, а уже потом внутри себя разбираться со всеми этими гавриками. Это вопрос другой. Но государство обязано возместить. Давайте на эту тему даже напишем запрос в Генеральную прокуратуру конкретно по факту. Потому что это вопрос правоприменения. Он не отрегулирован. Понятно, что Генеральная прокуратура в эти детали не вникает. А надо бы вникнуть. Так что, если есть жалобщик, пусть он напишет, и, соответственно, я это с удовольствием отправлю товарищу Краснову. Вряд ли он на это обратит внимание, но, по крайней мере, мы зафиксируем. Потому что подход правовой подход должен быть именно такой. А вопрос стоит о добросовестности приобретателя, а добросовестность приобретателя определяется его физической возможностью. Если я институциональный инвестор, я имел возможность проверить, а это значит, что я был обязан. Если я не институциональный инвестор, а физлицо, у меня возможности такой не было. Я доверяю бирже. Я доверяю государству. После таких историй с доверием, конечно, проблема усугубляется. Ой, простите меня, пожалуйста. Вот мы все такие наивные, как будто мы вот из скорлупы вылупились, инкубаторские. Именно в момент вот этой вот обращения акций в собственность государства. А до этого мы жили в другом измерении. Где-нибудь непосредственно на Луне. А про повышение пенсионного возраста никто ничего не слышал в Российской Федерации. К вопросу о доверии государству. Повышение пенсионного возраста – это дефолт в социальной сфере. Это односторонний отказ государства от своих обязательств. Скажу еще то, что я говорил 1000 раз, не имеющий под собой реальных финансовых оснований. Что прекрасно можно было продолжать выполнять пенсионные обязательства в прежнем объеме. Мизер. Михаил Игнатьевич, а вы вот исходя из всего, что мы сейчас обсудили, перестановки в правительстве, предполагаемый скорый уход Набиуллиной, каких радостей вы ждете? После прошлых выборов как раз случилась пенсионная мусорная реформа. Вот в разговоре со мной, например, Владимир Лепехин думает, что сейчас может быть новая пенсионная реформа. А кто-то говорит о том, что будет мобилизация, кто-то говорит, что там обвал рубля возможен. Ну, то есть, значит, вот ослабление рубля, между прочим, уже идет. 92 с копейкой, но мы помним, что было 90. Вот, ослабление рубля идет, здесь никаких иллюзий быть не должно. Оно будет идти, может быть, оно немножко ускорится. 200 мы не увидим, 150 мы не увидим. А там условные 100 и, может быть, даже 110, в принципе, можно себе представить. Я не говорю, что они будут, но это то, от чего нельзя зарекаться. Пока у нас мадам девальвация на троне остается. А потом останутся ее сподвижники, чтобы не сказать подельники. Мобилизация. Первое. Я не уверен, что сегодняшняя система управления может ее осуществить и переварить. Но что, в чем я уверен, что я могу свидетельствовать, это то, что самые разные люди.
в погонах, в том числе крайне негативно относящиеся друг к другу, говорят, что она не нужна в силу значительного притока добровольцев. Мотивация добровольцев может обсуждаться, но приток имеет место быть. Достаточно существенно. Поэтому реальный вопрос, реальная неизвестность касается не мобилизации, а касается мобилизованных. Вот это абсолютная неопределенность. И когда эта тема поднималась в Госдуме, то ответом была просто сумасшедшая по энергетике, не могу назвать это истерикой, выступление в том стиле, что вы хотите бросить необученных людей в траншеи под пулемет. То есть, если демобилизовывать мобилизованных, тогда нужно им на смену кого-то тоже мобилизовывать, а их нужно готовить, на это нужно время и так далее. Но вот эта логика, я не уверен, что она работает. Потому что, как говорят, опять-таки, представители Министерства обороны, ну, неофициально, разумеется, у нас достаточное количество добровольцев, контрактов. Но вот что будет в этой сфере, это вопрос открыт. И здесь я ничего никому сказать не могу в принципе. Ничего хорошего, по крайней мере, не могу сказать. Вот. Что касается мобилизации, я бы ее не ждал. Михаил Геннадьевич, на самом деле еще довольно много интересных вопросов, но главное мы осветили. Напоследок, Михаил Геннадьевич, тут у нас в левом сегменте Ютуба разразилась это холивар, огромные там всякие неприятные дискуссии дурнопахнущие. Изборский клуб. Что такое Изборский клуб? Вы его участник. Расскажите, как это выглядит изнутри. Изборский клуб – это объединение нелиберальных думающих людей, которые исходят из патриотизма, из презумпции суверенитета России. Поэтому они крайне негативно относятся и крайне энергично негативно выступают против подчинения России финансовым спекулянтам, как внутренним, так и внешним. Потому что даже подчинение внутренним финансовым спекулянтам все равно означает подчинение внешним финансовым спекулянтам и отрицание суверенитета, что является сегодняшним либерализмом. И, по крайней мере, со времен Керенского суть либерализма заключается в подчинении зарубежным финансовым спекулянтам, служении зарубежным финансовым спекулянтам против своего народа. Финансовым спекулянтам из Лондона или с Уолл-стрит – это вопрос. Или даже финансовым спекулянтам из Шанхая – это вопрос, это деталь. Вот. Все. Соответственно, есть очень мощная почвенническая тенденция в Изборском клубе, есть светская тенденция, есть разные взгляды на разные вещи, есть люди верующие, есть атеисты, ну, так называется, объединение разных людей. А что за истерика на левом фланге в связи с Изборским клубом, прости господи. Мне просто интересно. Ну, потому что туда входит там Сёмин, и, например, Проханов, и, например, какие-то там участники «Единой России». Что? Турчак все это организовывал, что? И все это недопустимо. Нет, подождите, что организовывал Турчак, я стесняюсь спросить? Ну, где-то там нашли, что Турчак в один из главных организаторов был. В 2015 году Изборский клуб назван по месту города, в котором он был провозглашен. Город Изборск, точнее крепость Изборск, историческое место, находится на территории Псковской области. Если мне память не изменяет, Турчак-младший тогда там был губернатором, хотя я могу путать. Естественно, он участвовал в создании этого клуба, потому что он происходил на его территории. Точка. В чем претензии к Сёмину и Проханову? Проханов, на мой взгляд, вполне себе левый. Да, он консервативный левый, он не либерал, но у нас левые либералы производят впечатление, которые, так сказать, за ШИЗУ, за то, чтобы закрывать заводы, лишая людей рабочие места, чтобы они не отравляли окружающую среду, за запрещенную в России ЛГБТ и так далее. У нас это какое-то недоразумение, по-моему, существует на периферии не то, что общественной жизни, на периферии общественного сознания. И чем кто-то недоволен Сёминым, я не понимаю. Не могу сказать, что я
пристально следил за его творчеством. Ну, опять, так сказать, товарищ Платошкин извергнулся в какую-то... Нет, на этот раз это другая часть левого сегмента. Ну, слава тебе, Господи, хоть в этом Николай Николаевич не уминуем, практически как раньше. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Неделягин на YouTube. Подождите, там же Леня Развожаев откуда-то вышел, куда-то вошел. Понятия не имею. Вот, я правда... Как много открытий чудных нам еще предстоит узнать и разузнать. Поднимите мне веки, принесите мне микроскоп. Друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Михаил Геннадьевич, спасибо, до новых встреч. Спасибо вам, всего доброго, счастливо.